Конечно, наша задача, чтобы Халактырский пляж, который мы будем и обустраивать, и дорогу в следующем году, она будет уже построена, реализовывать, мы были уверены в том, что находиться в нем безопасно, и ничто не угрожает нашей жизни и здоровью. Тем более, что развитие активного спорта, экстремального спорта, серфинга – это тоже один из наших приоритетов. С этими целями мы сейчас прорабатываем с гидрометом, чтобы в точке мониторинга качества воды, сейчас их 9 точек на территории Авачинской бухты, были внесены еще дополнительные именно вблизи Халактырского пляжа. Такой мониторинг проводился осенью уже, и технология отработана. Необходимо просто будет внесение соответствующих изменений в нормативные документы с тем, чтобы две дополнительные точки забора проб появились. Ну и я хочу напомнить, что задачу, которую я поставил, чтобы летом уже заработала информационная система, интерфейс, в котором эти данные будут онлайн сразу поступать для всеобщего обозрения и для информирования всех, кто интересуется состоянием экологии, в том числе экологии на Халактырском пляже. Но и состояние воздуха, и другие значимые параметры в открытом доступе будут публиковаться для всеобщего ознакомления и уверенности в том, что ничто не угрожает, повторюсь, нашей жизни и здоровью.